Шефа. Привет. Здравствуйте. Да узнается их стиль, это как вот Юра Голик. Ну да. Большой, да, очень большой дом, поэтому. На компании предусматривают без бриена. Да. Ну да, я ж тогда же был. Тогда же уже был. И говорили про бассейн. Да, да. Сначала ваши, потом мои. Поэтому будем курить пока ваши. Работа. Потому что по большому счету вся эта история, она была такой невероятной. Тоже. У нас и наша. Здравствуйте. Идемте, будете рассказывать. Гриша, где у нас подрядчик? Давайте, прошу. Рисовали эти картинки, мы исходим из того, что будет один в один как здесь, уже две таких больницы, все-таки сказочный детский сад. Да, добро. И еще плюс 28 миллионов дополнительно. Это детская больница, здесь отделение неврологии, отделение психиатрии, отделение педиатрическое и реабилитация. Это наш профиль. То есть мы разграничивали потоки пациентов, потоки посетителей, медперсонала. И наша задача была создать новое пространство для комфортного пребывания пациентов и для оптимальной работы. Конструкции инженерной сети совершенно не предусматривали нормальную технологию значений. И плюс седьмой этаж здесь практически не эксплуатировался. Поднялись лифтовые шахты до седьмого этажа, чтобы лабораторный комплекс, диагностические отделения, приемный инфекционный блок с отдельным выходом. Пересматривались инженерные сети. Заведена уже даже выполненные работы по новому электрическому подключению здания. То есть не только внутреннее, а еще... Звичайно, это такий приклад нового будівництва. Фактично, это дуже рідко, на жаль, відбувається. І наше завдання, як ми знаємо, перебудувати країну і зробити інфраструктурно більш доступною. І, звичайно, саме в напрямі медичного обслуговування ми бачимо, що наразі це є великим викликом для нашої держави, для світу, особливо в часи боротьби з пандемією коронавірусу. Ми про це сьогодні ще поговоримо, але давайте повернемося до цього об'єкту. Замовником цього об'єкту є місто, напевно, так? Обласна адміністрація. Власник міста, це міська клініка. Просто я бачу, що міська дитяча клінічна лікарня. Так, це міська дитяча лікарня, що належить місту, але це роблять за кошти держави і замовником є обласна державна адміністрація. Бачите, у нас відразу такий гарний приклад співпраці громади та обласної адміністрації, держави. Сейчас реформируем вообще нашу систему как бы здравоохранения, идем по пути объединения, укрупнения больниц. Ну, это профильная детская больница, и как бы для нас это очень важно, для территориальной громады. То есть спасибо, и хотел бы сказать отдельные слова благодарности Валентину Михайловичу. То есть дело это двинулось с мертвой точки сейчас. И...